Актинидия коломикта сорока. Это растение предназначено для посадки в хорошо защищенные от сквозняков место. Поскольку это лиана, то потребуются шпалеры. Сорока – сорт опыляемый, и для этой процедуры необходимо позаботиться о наличии мужского растения. Как вариант, актинидия коломикта мужская. Сорока ценится садоводами не только за декоративные качества, но и за плоды, обладающие высокой пищевой ценностью и приятным вкусом, чем-то напоминает яблоки. Повышенное содержание аскорбиновой кислоты – дополнительное преимущество. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.